как же тогда готовились все вот эти многочисленные изысканные угощения, о которых мы читаем, ну, например, там, в «Князе Серебряном» Толстого, да, все эти лебеди, утки, пироги, курники, ботвини, кальи и прочие почки верченые, зайцы крученые. Я всегда всем настоятельно рекомендую продукты животного происхождения, любое мясо, даже рыбу, готовить на топленом масле. Во-первых, это вкусно, а во-вторых, на Руси так издревле и было. Сухари нам придадут хрустящую корочку, а внутри наши котлеты останутся очень нежными. Когда, собственно, русская печь приобретает ту самую конструкцию, которая позволяет говорить об ее индивидуальности, о том, что она действительно уникальный такой русский инструмент. Так вот, ответ на этот вопрос прост. По-видимому, лишь к 15-16 веках. Одна меня очень мудрая дама научила вливать сверху рюмочку водки. Итак, вологодское масло. На самом деле, вы будете смеяться, но само это название, как торговая марка, возникло лишь в 1939 году. Мы сначала кладем масло все в кастрюлю, а потом уже включаем нашу плиту. Ни в коем случае не наоборот. То, что наша русская кухня, как порой губка, впитывала все лучшее из кухонь сопредельных стран, это, собственно, и послужило, наверное, залогом того, что к концу XIX века она превратилась в великую русскую кулинарию.